Три часа. Три... Чего? 3:56. Если время еще не настало, если вы не хотите ждать, то вам нужно заполучить грань времен. Вот это жопа, а ты посмотри, а? Прыгать, не прыгать, бесполезно. Да что? Ну все же, я не понимаю, как от этих ботов, это ничего не блокируется, это просто... Эгэгэ, здорово, бро, ну что, поехали проходить сегодня сюжетку Shadow Fight 3, потому что какой-то марафон безумия на рынке, опять фигня, короче, 1000 раз уже проходили, и не хочется мне в нее играть, тем более там сет этот от зума не очень. Поехали в эпилог. Итак, Мнемос, разве твоя сестра не пыталась дать тебе свободу воли? Она это умеет? Кицуне пыталась, конечно. Это же Нанами. У нее была идея фикс. Меня освободить, как она выражалась. И что же произошло? Время еще не настало. Если вы не хотите ждать, то вам нужно заполучить грань времен. В смысле? Время еще не настало? В бой? Какое время еще? Вы что, охерели? Так, раунд 2. А, я за Нанами играю? О, здорово. Ой, не за Нанами, а Кицуне. Здорово. Так, это что за круг? Она в какой-то круг встала. Что это значит? Не... О, боже, нет, отпусти меня, что ты делаешь? Ядовитое касание, держи. Давай, сюда. Иди сюда, коровью лепешку. А, хорошо. Ай, молодца. Да боже, что она делает? Ты что, молиться меня заставляешь? Я сейчас тебя саму заставлю молиться, уродина. Ты уродка в нашей семье, а я красавица. А, промахнулась. А, ладно, не промахнулась, окей. Окей, успокойся, сестрица. Да ты чё? Вы чё, что ли, охренела уже? На, держи. И вот еще, держи. А, все, до свидания. Это твоя защитная реакция? Нет, это мои люля летят тебе на голову. Да, охотница на бота. Хорошо. Давай начнем. Ой, хорошо. А как? А что за удары такие дебильные? Можно вот такие удары доделать? А, опять меня молиться заставляет. Не хочу. Порочный круг, что это значит? Пошла ты в жопу. Так, а что за удары ногами? А, один прыжок. Это дурацкие удары. Так, да боже, опять молитвы? Да хватит! Да ты посмотри, что делать, а? Ну-ка иди сюда. Ой-ой-ой, что потемнело-то в глазах? А? Эй, а что второй удар? Почему комбо не проходит? Алло, на нами ядовитое касание. Да ты посмотри, что творит, а? Да пошла ты нахрен! А, бесишь! Так, что, 50 секунд еще? Боже, он не сносит неплохо так, кстати. Угу, понятно. Ой, хорошо, подвой. Да, у тебя будет комбо заходить? Нет сегодня. Что за бесполезная кицунешка? Угу, понял. Да, боже, пока развернется своим говном. Ну да, ну все, она сейчас меня молится и один... Ну, конечно. О, боже, кицуне, ты бесишь. Мнемос еще там летает, что-то на заднем плане. Че он летает? Мнемос, спустись! Держи, родина. Достала. Ага. Ой-ой-ой, тихо. Да ты посмотри, что творит. Так, ладно, хорошо. Надо, короче, как первый раз. Я херачит. Давай сюда. Даже я же сел. На, держи. А, сейчас опять меня зачаруют. Что делать? Как это заблокировать? Да, боже, у него удары не проходят из всего. А? Что за тупая кицунышка? Ну все, сейчас опять. А, и она, смотри, видала, восстанавливает хпшку еще. Ну, конечно. Держи, уродина тупая. Мнемос, ты будешь помогать? Что там висишь, как гирлянда? Окей, затмение. Боже, сука, иди сюда! Убейте ее уже, нахер! Опять эти молитвы уродские! Ой, как она бесит меня просто!
Да сдохни наконец-то! На нами хватит! Да какой хватит? Да бей ее, отреши голову. Так, по-братски. По-сестрички. Так, хорошо, ладно, надо сюрикены. Ой, хорошо! Молодец, надо... А чё, один удар только? Боже, бесишь, кицуне! Ладно, я понял. Ой, хорошо-то как. А чё последний-то удар не зашел? Опять хпшку восполняет. Да ты посмотри. У него вот эти разные отрезки. Разные отрезки. На разные отрезки дай договорить. Дура ты тупая. Чё, сестра называется? Да ты посмотри, просто заставляет меня молиться без конца и края. Чё за дура? Да ты посмотри, даже не дает хпшку себе это сбить. Вот это у нее вот этот отрезок вот, восстанавливает хп, видишь? Вот, отлично, все, теперь не будет восстанавливать, но будет молиться опять. Заставлять. Так, теневой адепт. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Молитвы? Нет. Нет, говорю. Сдохни уже. Окей, я поняла тебя, конечно же ты поняла. Ты задолбала меня. Фух, хорошо, чуваки, удары в голову 33, офигеть, нормально. Так, все, у меня уже реклама кончилась. А, соответственно, ладно, продолжить просто. Ха-ха, ты многому научилась, ага. Ладно, ты победила. Послушай-ка, ты ведь завтра идешь на тренировку. Помнишь, там есть список готовых сценариев? Попробуй найти в поиске программу Proximus. Это просто баг. Ну, очень смешной. Потом расскажи его, ага. На следующий день комитет объявил, что она нами находится в розыске. А я отправилась на тренировку, как всегда. Ага, тайна. Чё там было написано? Тайна какая-то? Какая тайна, Смайна? Подожди, чё за тайна? Блин, я не понял, это откуда? Чё за тайна? Персонажи, может, в истории? Кстати, я сюда давно не заходил. Мир Маркса. Ой, у меня здесь еще и награды какие-то есть. Нифига себе. Так, мир Маркуса. А еще где я не забирал? Мир Иту? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ладно, хватит. Так, хорошо. Надо забрать, наверное, это все, да, чуваки, или что? После распада. Просто копия. Ну, давай заберем. Так. А, каждую надо тыкать и забирать. Или как это работает? Хорошо. Каждую тыкать? Да, каждую, прикинь, тыкать, забирать надо. Ладно. Но они просто прокачиваются. Такое себе, даже устойчивости не дают ни хрена. Так, забрать награду. А еще раз. Окей, окей. Просто прокачка. Просто прокачка, и ничего, на нами. О, вот, я был прав, госпожа Джуни. Ну тут, по идее, надо что-то читать, но что-то лень вообще. Вообще лень. Ладно. Да, устойчивости ни хрена нету. Потому что у меня, видимо, уже все это собрано. У меня, я думаю, что вообще все собрано. Только уникальные вот эти какие-то сеты пооставались, а так практически я все собрал. Вообще все. Так, хорошо, рука в голове, забираю. Блин, бесит, что я за кицуне играл, мне даже не дали испытать сет короля. Я бы хотел им подраться. Так, ладно, идем нафиг отсюда, все, пошли дальше. Так, эпилог, нормально. Разве Проксимус не был твоим партнером? Нет, получается, что нет. Судя по тому, что мы оба сейчас видим в синхронизаторе, и мне говорили, но мне сложно было в это поверить. Я просто выбрал эту программу, о которой говорила Нанами. Просто в шутку, просто посмотреть, что будет дальше. Я не знаю, на что я надеялась, что это какое-то сообщение от Нанами. Что она скажет, что любит меня? Она никогда не говорила. Она просто, ну, не умеет. И следующее, что я помню, это он. Сначала я думала, что это часть симуляции, а потом я узнала. Ах да, это же Прокси. Вот он где, и я принялась снова учить его. Три часа... Чего? Три часа 56... Если время еще не настало, если вы не хотите ждать, то вам нужно заполучить грань времен. Аха, ни хрена себе, вот это... 12 дней осталось. 5 баксов за вот этот грань времен. Вот это жопа, а ты посмотри, а.
Это что за издевательство? Вы просто вымогаете из меня донат? Вы серьезно? Вот это шок, конечно. Ну это вообще ужас какой-то. Это наглость. Ну ладно, чуваки, давайте возьмем. Че, ждать 4 часа не вариант просто. И че? Я купил. Алло, игра. Плюс 270. А, вот он. Грань времен, легендарный нож. Плюс 270 за... Офигенно. Ну, ладно, окей. Вот это жесть, конечно. Вот это жесть. Хорошо, но у нас зато так. Смешной баг. Сюжет, нормально. Ну ладно, в бой, поехали. Охотница на бот. Так, из-за кого я играю? Из-за короля? Нет! Новый партнер. What the fuck? Получается, я против короля играю, прикинь? Вот это жесть. Какой мне скин выбрал, зато я и буду играть. Так это работает? А? Как это работает? Или он повторяет? Ага, понял. Блин, надо нажать, по-моему, и держать. У меня как-то так это работает. Я не помню, если честно. Да-да-да, лепёшку наложить, старикан. Держи. Не можешь, да? Ха-ха, промахнулся, старик. А я вот не промахиваюсь. Умри. Только я король, это мой сын. Сюда его отдал. Уродец. Умер, говорю. А, еще не умер. Ну ладно, говорю. А что, у меня хпшка сама по себе. А какого хрена у меня хп падает? Мнемос опять там, урод, летает. И достал мнемос. Нет, она один выстрел. Я сейчас вот зажал. Ну нифига, она один выстрел делает всего лишь. Так, хорошо, что он делает? Он меня души, в принципе, не отбирает. Вот засранец. Так, хорошо, ладно. О, хорош. Хорош, старикан. Сюда. И сразу. Ой, хорошо. И еще вот это туда. И еще вот этот. В колено. Пробей ему. Есть. Ух, 2-0. Пока все отлично, чуваки. Пока отлично. Охотница на ботов. Ну, посмотрим. Надо использовать почаще этот, вот это, вот это. Да, урод, да. Хорошо, давай сюда, чел. Ай-яй-яй, что это? Нихера. Да, он полностью мой сет, у него даже кровотечение мое. Он полностью мой сет использует. Как тебе такое, а? Буду тебя тыкать. Ты подделка, тупая. Сюда. А мне нравится этот удар. Держи. Ой, хорошо, как же вовремя. Давай, кицуне, и последний. Нет? Ну ладно, тогда вот этот последний. Пробей ему колени. Отлично, я немножко скучал по тебе. Победа. Ух, ну да, это типа у нас Проксимусом дерется. А Проксимус типа я или как? Я не знаю. Так. Ну, я сейчас купил, да, и бонусная карта, смотри, отлично. Теперь бонусы хоть... Ой, 5 рубинов, спасибо. Так, получается, на нами просто использовал другой способ, чтобы взломать тебя. Сделать то, что она хотела. Не совсем, моя свобода воли осталась нетронутой. Но теперь у меня просто есть партнер. И он важнее, чем создатель или комитет. Ну, не сам он, а то, что мы с ним одна команда. Ну, вроде того. А, ладно, хорошо. Эпилог, и так, что дальше? Так, значит, твоя сестра нашла способ, как заставить тебя преследовать твои собственные интересы. Проксимус важнее других алгоритмов. Получается, что так. Я помнила о Прокси всегда. Я знала, что он должен быть здесь, но потомок тени как-то от него избавился. Я отправилась к создателю и потребовала Прокси. Это было еще до того, как потомок тени забрал создателя. Угу, окей. Опять мы за нее играем. Так, охотница на ботов, да, видишь, все, это вся история, видимо, чисто она нами. Ага, создатель, ну это жопа. Это жопа, вот это чел. Верни Проксимуса, урод!
Держи в коленку. Ай, больно. Ладно, старик, сильно не газуй, это получишь у меня. Ну ты понял, короче. Да, боты полетели. Реально. Давай, иди сюда. Наступай. Так. Ой, чё? Боты? Да. Боже, тупые боты, от которых хрен избавишься. Прыгать, не прыгать, бесполезно. Да! Что? А, вот урод. Дайте мой сет, и я порву его. Это вонючая нанами, и меня бесит просто ее тупой сет. Дебильные ее удары. Ставь быстрее лепешку. Давай, иди сюда, говна. Ой, да бей ты его быстрее. Дура ты тупая. Боже, вот же... Ой, о, как это сработало? Отлично. Валим! Да! Один. Уху, хорош. А, ну он теневуху заряжает, когда потом начинается вакханалия. Ну слушай, там от ботов я не знаю, как убегать. Вот реально, я просто не понимаю. Вот почему она иногда просто удар делает, а иногда прям нормально так делает. Давай, вали! Да нет! Ух ты, урод! Видишь, что началось? Ну видишь, вот я не понимаю, как это? Ну вот как? Сука, как? Ну все же, я не понимаю, как от этих ботов, это ничего не блокируется, это просто, ну, супер ульта какая-то у него, просто супер ульта. Вот реально, что за говно тупое? Ставь. Блять, сука, не так, ты должен быть замереть на месте. Ой, отлично. Еще тебе. Еще. Давай, кидай. Вот, отлично. И сразу бьем. Ой, хорошо, да. И теневуху. Что? Что с теневухой? Давай, добивай уже. 2-2. Ну, слушай, ну у него сейчас теневая накапливается. Видишь, и все. А сбить ему никак ее нельзя, потому что... Боты начинают летать, и это жопа, чуваки, это жопа. Хотя нет, у него не накопилась она. Давай. Сразу. Вот, хорошо. А почему? Что, сука? Да ты урод. Давай сюда. Давай! Дарива! Вот урод! Ну, кто первый? Я! Есть! 3-2! Что он тебе сказал? Жопу показал, что он не может вернуть прокси, что он не умеет. Вот почему я пришла к госпоже Мэй. А, жесть, ну жесткий чел. Еще когда играешь в скине, в котором ты толком играть не умеешь, это бесит. Ну ладно. Так, получаем бонусную карту, какое-то говно, забираем 5 рубинов, это приятно, забираем. Так, твоя память хранит нечто важное о твоем партнере. Кто он для тебя? Я не хочу об этом говорить, пожалуйста, господин Мнемос. Иначе мы не вернем его, Кицуне. Я ведь не телепат, мысли твои не могу прочесть. Не можете? Даже с синхронизатором? Нет, конечно, я могу видеть твои воспоминания, даже забрать их или вернуть. Но что ты при этом думала, чувствовала, для меня загадка. Я скажу вам на ухо, ну только не говорите ему никогда, хорошо? Хорошо. Так, хорошо, осколок получен. Угу. Так, блин, то есть мы мир Кицуне, мы прошли, это за каждого надо проходить, вот же жопа, а. В
Так. Ну, хорошо. Ну, пойдем по порядку, наверное. Или что сделаем? А давайте, знаете, как сделаем? Давайте сделаем вот как. Вы мне напишите в комментариях. А лучше я создам голосовалку у себя в телеграм-канале, и вы проголосуете, куда идем дальше. И я прислушаюсь к вашему мнению, и в следующем видосике обязательно выберу именно то, что вы выбрали, за что вы проголосовали. Ну, а если ты не знаешь, какой у меня телеграм-канал, и еще туда не вступил, то ссылочка в описании. Обязательно заходи, вступай. Вот, ну и голосуй. Куда мы идем дальше? Мир Иту, Джун, Маркус, Штрафника, Сян Цзы. Ну, на сегодня, наверное, все получается. Пока.